Всем привет. Сколько работаю с пеной, ставлю двери, всегда для меня одна загадка. Мочат, увлажняют стену для того, чтобы пена якобы лучше клеилась. Как на воду что-то может клеиться. Но та же вода иногда, очень часто, помогает нам в решении других проблем. Сейчас покажу. Дверь в санузел. Откосы отделаны плиткой. Хорошей плиткой. Зачем так сделать, непонятно. Почему без запоров? Неважно. Мне на все на это, честно говоря, наплевать. Моя задача монтировать. Зазор маленький. Около 7 мм. Как туда загнать пену и при этом не повредить плитку? Потому что пену загонять отсюда придется. Почему? Потому что короб моноблок. И здесь подойди. Короб вообще невозможно. Смотри, что такое моноблок, да? Это короб, объединенный с наличником с одной стороны. Пену могу загнать только с одной стороны. Смотрите, что делаю. Беру воду, на которой якобы хорошо клеится. Делаем следующее. Пробуриваем стену. Берем пистолет и начинаем пенить. Так, сейчас подрегулируем. Вот когда пена подсыхается, я покажу вам, что будет. Смотрите, какие красивые лепушки. О, какие. Когда пена подстынет, вместе посмотрим, что из этого получится. Так, ну пена встала. Пена встала. Так, смотрим. Глянцевая поверхность, ничего не держится. Исходя из этого, получается, что поверхность увлажнять может быть, но мочить сильно нельзя. Влага нужна просто для того, чтобы повысить влажность, чтобы пена работала. А клеить на воду бесполезно. Может быть, я не прав, может, у меня просто так получается. Может, я просто фокусник. Но я не возражаю после этого. Поэтому, если кому-то пригодится такой фокус, пользуйтесь.